Кроме этого, граждане пытались скрыться от уголовного преследования из-за нарушения госграницы. Так, в июне сотрудники КПП «Адлер Автодорожный» выявили россиянина, который пытался пересечь российско-абхазскую границу по паспорту брата. В отношении гражданина Карапетяна возбудили уголовное дело и выпустили его под подписку о невыезде. Однако при проведении следственных действий Карапетян игнорировал вызовы дознавателя и был объявлен в федеральный розыск. Преступника задержали в день его рождения. Мужчину, чтобы он больше не скрывался, поместили в следственный изолятор, прежде чем суд вынес ему обвинительный приговор.